При партии музыкального фестиваля «Жара» собрала многих российских звезд. В этот вечер по торжественной водной дорожке прошлись Григорий Лепс, Глюкота, Валерий Меладзе, супруга Альбины Джанабаевой и МН, Яна Чурикова, М-Банд, Алексей Чумаков, Николай Басков, Кристина Арбакайте, Юлия Ковальчук, Настасья Самбургская, Денис Клявер с супругой и многие другие. Но подлинный фурор произвел Николай Басков, пока его невеста Виктория Лаперева готовилась блистать на открытии чемпионата мира по футболу. Басков обнимался с ищущей жениха красавицей телеведущей Юлией Барановской. 82-летний кинодеятель был легендой. При жизни актриса появилась на публике в стильном наряде. 18-летняя бельгийка стала новой «Мисс Мундиаль». Остряки отметили, что популярные рэп-исполнители выбирают себе крайне похожих девушек дни. РУ в преддверии ЧМ-2018 составили рейтинг знаменитостей, появились на красной дорожке в неоднозначных образах. Дмитрий не ожидал получить награду. Певица поразила сексуальным нарядом модельера, обожает хорошеньких девушек. Популярный блогер, ставшая участницей прямой линии с президентом, раскрыла секрет красоты.